5 лет и 6 месяцев в колонии-поселении. Такое наказание назначил Ленинский районный суд Эдуарду Игнатяну, одному из виновных в деле ДТП у кинотеатра «Октябрь». Согласно вердикту, водитель внедорожника в момент аварии не был пьяным. Второго обвиняемого, погибшего водителя ВАЗа 11-й модели Дмитрия Бронникова, суд также признал виновным. Но в связи со смертью дело в отношении него было закрыто. Расследование страшной аварии, что случилось год назад на перекрестке улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии, длилось 8 месяцев. Еще 2 месяца длился судебный процесс. После оглашения вердикта Игнатяна под стражу не взяли. Адвокат осужденного Александр Домнин сообщил, что они намерены обжаловать приговор. Я помню, какое количество эмоций вызвало население ДТП у кинотеатра «Октябрь». И как это дело начиналось, мы все были возмущены тем событием, которое произошло. И сегодняшний приговор – это результат неотвратимости наказания, который, я очень рад, действует на территории Кировской области.